Дружба – понятие многогранное. Это и взаимоуважение, и взаимопонимание, а также общие интересы и увлечения. Студия макияжа с говорящим названием «Френды» – явление само по себе уникальное. Редко в фэшн-индустрии встречаются такие названия. Каждый, с кем когда-либо я и моя команда соприкасалась, это не просто деловые отношения, это дружба в той или иной степени. И это очень важно иметь такое окружение, которое будет готово тебя поддержать, разделить и хорошее, и грустное, и плохое, и очень веселое. Вот поэтому мне захотелось, чтобы люди появились в кадре. В этом творческом пространстве одними макияжами дело не ограничивается. Так, по случаю трехлетия «Френдов» возникла идея философского сюжета с размышлениями о человеческих взаимоотношениях. Поддержали замысел ребята из Ковин Видео. «Френды», их концепция основана на дружбе, и, собственно, наша концепция, да, съемочного процесса тоже основана на дружбе, на семье, потому что когда вы преодолеете вместе съемку, вам уже не страшно ничего, то есть вы уже можете становиться родными людьми. Это как вот после праздника, вот праздник и съемка, вот две вещи, после чего вы роднитесь. Годы идут, вот друзей прибавляется, и мне захотелось поблагодарить и услышать их мнение, услышать их эмоции, мысли, увидеть чувства и наполниться ими, потому что это важно. А с Ниной не дружить невозможно. Это настолько позитивный человек, она настолько открытая, что ты сразу проникаешься вся и любишь ее. А дальше или ты общаешься больше чуть-чуть или меньше, но в любом случае ты приходишь всегда с позитивом и знаешь, что тебе там рады. Обычно такие события сопровождаются специально подготовленными фэшн-шоу. Но в этом году день рождения пройдет в формате фотовыставки с лучшими за 3 года работами «Френдов». Мне захотелось показать то, чем мы занимаемся все эти годы. Мне захотелось показать, чтобы люди увидели, что профессия визажиста – это не просто коммерческий макияж. Там на самом деле очень много интересного за кулисьем, и мне захотелось показать это. Кто-то, может быть, какие-то работы пропускали. Хотелось бы восстановить в памяти, освежить. Потому что каждая работа, творческая или, ну, в любом случае, некоммерческая, она всегда в себя вкладывает какую-то идею. То есть, как художники рисуют картины, они же какой-то посыл несут, они рассказывают, показывают свое видение мира. Также визажисты, также парикмахеры через свои работы показывают свое отношение к миру, его видение. Вот мне захотелось, чтобы наше видение увидели люди, поняли, что это не... что это очень глубоко на самом деле, не на поверхности. Результат творческой коллаборации можно будет увидеть совсем скоро, а само открытие выставки состоится 8 октября на дне рождения «Френдов».